Приветствую вас, мои родные, любимые христолюбчики, братья и сестры во Христе, все люди на земле. Сегодня отвечу на один комментарий, который возьму за повод для проповеди, для слова. Он у вас на экране. Написала его Елена Королькова. Дима кроликова там в Тарзаконе, 14-16 глава мы читали, «Культы рабства». Дима. А если Господом Иисусом будешь приглашен в Царствие Небесное? Ну, я надеюсь, что буду. Ты с Моисеем будешь общаться? Скажешь ему все, что ты сейчас говоришь? Ну, вот такой вот комментарий. Я на самом деле сначала хотел, правда, так как-то меня улыбнуло, конечно. Ну, разное читаешь. Ну, улыбнула, если пригласить, Но ну, я надеюсь. Господь, ты если Елена слушала когда-нибудь мои проповеди на Новый Завет или, не знаю, там, Лайфный, то вообще двери ада человек сам закрывает с другой стороны. Ни Бог никого в ад не посылает, никого не закрывает, там, не запирает. Вот. На самом деле в ад человек идет сам, и двери ада он сам изнутри закрывает. Не Бог там э, такой нехороший, всех там в аду держат грешников, люди сами такие. Вот. Я стараюсь жить так, чтобы действительно быть во свете. Более того, я это потому так и живу, потому что это нормально. Вот. Я люблю, хочется быть любимым. И это царство небесное, царство любви. Вот я в этой жизни в очередной раз, может быть, первый, а может и нет, я сам не знаю. Учусь любить все больше и больше, возрастать или в совершенствоваться в любви, как хотите, к человеку, правда, не к Богу, как у нас очень многие любят, наверное, 95%, как минимум христиан. Вот это раз. Это по поводу того, что там пригласит Иисус, не пригласит. Туда все приглашены. Вопрос, кто хочет туда идти или не хочет. И вопрос, туда идут путем правильным или нет. Потому что от того, что я верю в Бога целыми днями, пою Ему хвалебные песенки, что там я еще делаю. Смиряю сердце свое, что только не делаю. Все, кроме любви к человеку, то это все. Никуда ты не входишь, ничего с тобой внутри не происходит. Ты никак, никаким образом не меняешься. Поэтому все это человек тщетно делает, на самом деле, бессмысленно. Вот. По поводу Моисея, вы знаете, я считаю, что если бы это. Я никогда не, не. Я не считаю, что Бог где-то в церкви прячется, в, в храме в каком-то, да, в капище в каком-то. Что вот он слышит настолько там. Если бы я это проповедовал, вот, то есть, опять же, Елена, не знаю, насколько давно меня и что там слушала, Бог везде. И в частности, те же самые люди, души, которых сейчас где-то не на земле, в теле, да они могут все слышать, там что-то знать. Может, они. Мы даже природу будущего мира, естественно, не можем никак распознать и узнать. Это нам закрыто. Может быть, эти все люди, когда они говорят, они что-то чувствуют или ощущают. Может, они тысячи голосов сразу слышат. Почему нет? Мы все судим по нашим земельным знаниям. А ведь Иисус, мы как помним, во плоти явился одновременно более 500 человеком. Пожалуйста. Вот. И на Земле есть во плоти уникальные люди, там способные, как называется, сверхспособностями. И то, что это такое сверхспособность? Это не сверх а лишь относительно этой Земли, а относительно вообще сущности, бытия и природы. Ничего, может, там и сверхъестественного-то нету. Вот, как вы помните, Иисус и по воде ходил, и мертвых воскрешал, и хлебы приумножал. Вот. И бури укращал. Все, что нам кажется сверхъестественным, в общей сущности это ничем не является, потому что все, что в мире нас окружает, это лишь э, божьи мысли, его фантазии, как хотите. Вот. И по, поэтому по поводу Моисея я ему и сейчас бы это в лицо сказал. И что? Что значит потом? Я сейчас говорю точно так же, я понимаю, что меня слушает, и все, что он бы меня слушал. Какая мне разница? Вы, вот я как раз этим роликом воспользуюсь, кто смотрел мои последние ответы на вопросы, прямую трансляцию, чтение комментариев, я небольшую опять сделал апгрейд, перетряску к своим каналам, там теперь у меня лайф, это бывшие беседы, где были, это моя, так скажем, старая почта, христолюб.gmail.com, на нее можно и писать как раз, если кто-то там какое-то письмо будет мне писать. И я его сделал как лайв, там я буду в принципе обычную свою бытовуху выкладывать, куда-то сходил, куда-то съездил, что-то вырастил. Который был лайвом, теперь будет проповедями. Ну, я уж там сто раз его переименовал, мне пока запретили по, -по правилам Ютуба его переименовывать. Он теперь у меня будет проповедями или голосом вопиющего в пустыне. И в следующий раз я постараюсь так назвать, когда дадут возможность опять поменять название. Там должно некоторое время пройти. Ну, а Христолюб, который был, он так, в принципе, останется, но тоже добавил чтение писания. Или, может, переименую Христолюб читает писание. Вот. И сделал отдельно. Я, я забыл о нем сказать, если честно. Но, может быть, всему свое время. И сейчас я вам показывать не буду. Я далеко от компьютера сижу. В принципе, вряд ли это получится. Вот. Я... Ну, там все то же самое, вы увидите. Я пере у меня был тоже там, у меня есть несколько каналов еще, я как-то делал там с целями там тестирования, есть разные регистрации. И вот я его туда перенес, туда я закачал уже несколько роликов, кто со мной дружит где-то в соцсетях, те видели. Я записал маленький трейлер короткий, я записал, я перебросил туда ролик, который был на беседах 20-минутный, он 17 -го года получается. Ну, я говорю, в принципе, у меня в мировоззрении не сильно что-то меняется. Я возрастаю и крепну в общей жизни, да, в духовной. Но само мировоззрение у меня не особо, как я считаю, меняется, когда мне меня там пишут и поменялся. А креп возрос, да, оброс, может быть, в смысле, укрепился, да, вот таких вещей. Само мировоззрение, как я проповедовал изначально, любовь, свобода, бессмертие, пока у меня ничего не меняется. И вот туда я уже закачал, сейчас так как я после годовала, перерыва вот вышел, вот как раз этот, я говорю, комментарий очень хорошо, все, всему свое время лишний раз убеждаюсь. Вот канал я как раз уже подготовил, все там передел, вы можете все ссылки на мои каналы в описании всегда найдете еще просить всегда в комментариях напи... отдельно там если не можете найти что-то я всегда сброшу ссылку на какой-нибудь плейлист ролик отдельно чего в ролике видео говорю и вы потом ну даю ссылки какие-то вы не можете найти пишите в комментарии я всегда дам вот. и вот вы должны кто уже посмотрел может сегодня Ну, я ролик пишу вот он только вышел я его только загрузил уже мне несколько раз звонили, опять начинают. Я, конечно, за этот год единственное, что изменилось в моем отношении, это к людям, вот, так скажем, действительно, назовем их врагами, да. Ну, или хотя бы, я не знаю, как... ну, нет, их просто назвать тоже нельзя. Это не мимо человек на улице, с которого ты идешь, и которого даже Господь ближним назвал, что, типа, вот ты идешь, он нуждается, и ты должен ему помочь. Нет, это вот люди, которые действительно что-то вот от тебя хотят. Ну, в плохом смысле слова. Вот. И надо тебя исправить. Или еще что-то. Мне уже так названивают. Я, конечно, уже не так себя веду, как вел год назад. Я рвал, я очень открытый человек, вот, я очень добрый, все равно, кто меня знает, да? И Евангелие, меня еще больше тогда, Господь, Евангелие, все это во мне раскрыл, конечно же. И вот именно из-за этой открытости, доброты своей, душевной, я, конечно, рвал сердце, и когда я... Я что только за три года, кто за мной давно смотрит, следит или общается, тот знает, я что только не пробовал, и как я только не пытался всех собрать, и там и группы, и в WhatsApp, и в Телеграме, и на сайте пытался сделать там адреса телефоны, чтобы мы начали как-то там общаться. Что я там только не пытался выдумать. И канал эти вот именно беседа была. И беседовали мы там, и писали, читали писание. Я говорю, и кто еще знает, что у нас там в группах творилось. И вот вы знаете, после того, как я годик отдохнул, так скажем, конечно, я поменял свое мнение. Я тогда отдохнул в том плане именно мысленно. И именно вот отдохнул вот от людей. Потому что это тоже очень тяжело. И у меня тогда было много общения. И причем, когда я вышел, я говорю, кто помнит, именно началось действительно вот с этих бесед. Был такой Сергей Козлов парализованный, он уже отошел в иной мир. Сколько вот он, 15 лет там, сколько пролежал-то? Ну, много, с 30 до 50 почти. Ну, да, там около 20 получилось у него, наверное, в общем. Или 17 где-то получается так, я ж не помню. Вот, кто меня давно смотрит, и вообще его там знает, все эти знают. Начались вот эти беседы, я помню, его тоже. Я помню, такого натерпелся, это же живые люди. Вот, и ты каждому вроде душ открываешь. Вот. Хотя я там не был уже не афитом, да, в плане там веры какой-то. Но именно в такой, что я стал именно общаться уже много, да, потому что, что я там жил в деревне, кто знает с кем, там вообще не с кем общаться, какая-то там религия. Им только все, что им надо, это сходить в храм лбом побиться, все. Ничего там больше, там никто Евангелие никогда не читал, о чем мне говорить с этими людьми. Я не говорю, что они плохие, все в ад пойдут, я вам много раз это говорил, но мне с ними действительно нечем общаться. Эти люди религиозные, это вот такие вот, если есть духовные дети, которые просто отдают, ходят дань Богу из-за каких-то предрассудков, что их Бог накажет, что это надо, вот, что так делали наши деды и прадеды и прабы, прабабушки, и мы, туда, и мы делаем все то же самое. Это люди, они вообще не думают, зачем они это делают, или не хотят думать. Вот. Я всегда говорю, что люди религиозные ⁇ это люди трусливые. Это сейчас хотите обижать, хотите нет, это просто так. Потому что прежде всего это трусость или несмелость, как хотите. называть, слава, я просто называю вещи своими именами. Она проявляется в том, что люди не способны задавать, вернее, не способны задавать то дело, но они сами от себя из-за страха отталкивают эти вопросы. Потому что... Давно бы этот культ, все эти религии, давно бы уже избавились бы от них. Мир бы давно был свободный, и жил бы и Царство Небесное давно бы уже на земле было. И Христос бы уже пришел не воевать бы еще, как мы знаем, да, там э, в книге Откровений будет. Но сам Иисус ни с кем воевать не будет, он Бог. Вот. Будет все немного по-другому, просто в книге «Пророчеств», про, пророка Иоанна написано просто все очень специфично. Вот хотел сказать -то. А, и эти люди, вот они, конечно же, вопросы-то могут себе задать. Они боятся услышать на них ответ. Я говорю, это элементарная трусость. У кого по какой причине? Трусость первая именно перед Богом. А почему? Потому что не верят в Бога, любовь-то. Я говорю, у меня с этими людьми ничего общего. Они верят в Бога сатану. Они верят в тирана. В гневного злого, не пап получается вообще, а какого-то этого отчима. И у меня с этими людьми что у меня общего? Ничего. Вот. Они боятся попов, там, священников, кого угодно, власть имеющих. Они всего боятся. Они боятся своих родственников, друзей, знакомых, сослуживцев, сотрудников, общества. Это, это трусы в основном. Они не способны общаться. Они не способны прямо и открыто высказывать свои мысли. Вы, может быть, многие себя узнаете, я говорю, вы можете обижаться, можете нет. Мне в хорошем смысле все равно, не все равно на вас мне, но мне все равно на то, что вы обижаетесь, потому что если вам правда режет глаза, это не мои сложности. Вот. Я именно вот такой, какой я есть, потому что я всегда был честен и смел сам собой. Именно поэтому таким, как я, легко принимать истину, Христа, меняться. Потому что для меня единственное важное, как Павел говорил, это то, что подумает обо мне Бог, настоящий Бог в вот, которой есть любовь, в которой есть смелость, крепость, сила, да, все вместе, но, правда, это силы не уничтожать, а сила, именно, сила вот именно терпеть, любить, и просто смелость, это тоже сила, терпение, это сила, величайшая сила, вот. И я начал общаться, да, вы помните, кто канал, вот, Серега, говорю, так как уже давно отошел в мир иной, я, говорю, сначала начал этот формат, тоже у него этот канал, кто знает, был, э -э, как он там у него назывался -то? да он так назывался, «Парализованных слов Христа», но у него был какой-то на шапке, я забыл, что-то общение с, с разными людьми, что-то такое. Я начал так же делать, потому что с ним стали общаться, стали все это записывать. Ну и кто помнит эту историю, ничем хорошим это не заканчивалось. Ни с ним, ни с другими. Началось с этими православными общаться. И это было караул. Я столько хлебанул от них. Плохого-то уж прямо они мне в смысле ничего не сделали. Но вот это вот осуждение, вот это вот клевета, вот это вот перетирание костей личности конкретной, когда они знают, что ты смотришь специально, это делают. Вот. Я понял, что у них друзей-то нет настоящих. Вот. Он с тобой лепечет, лепечет, другого перемалывает. Весь канал Сереги, сейчас я, так как я говорю, он уже давно не с нами, я прямо скажу: это просто сплетни. Бабские сплетни собирали. Я тогда от этого отошел. Вот. Правда общение сами со мной порвали, но и, и мне никакого желания не было его и восстанавливать, естественно. Вот. Я уж когда с ними не общался, они меня еще там год, наверное, вспоминали. Мне кости перетирали, мне эти ролики там сбрасывали все время. Я ни на что тогда, вот говорю, ничего не отвечал. Тем более у них там на ресурсах. Меня там на разных стали перетирать. Вот. И я этого никогда не делал. И сейчас я говорю не о Сереге, а о его канале, так скажем. О его творчестве. Вот. Это простые сплетни, вот и все. Бабские. Потому что осуждали они именно, как Павел и говорил, бабьи сплетни. Бабьи сплетни. Все. Я тогда понял, что это какая-то ерунда. Я стал от этого отходить. Кто видел, не зря я стал канал превращать потихоньку. Я стал общаться с разными людьми. Я общался на тему учения, на теме религии вот этих, да. Вот. Также я потом с протестантами хлебанул того же самого. Вот. Ну и когда я уже объявил, что мне вообще никто не нужен, отстаньте от меня, я реально это понял. Потому что это просто фанатики все. Они готовы тебя. Они не готовы. Вот у них просто есть эта секта, и все, ты на нее просто наезжаешь, на ее учение. И все, они к себе все лично принимают. Да христианин должен спокойно воспринимать, когда наезжает даже вот на Иисуса Христа. Ты не должен никому глотку рубить. Потому что если человек это несправедливо наезжает, Бог с ним сам разберется, он сам узнает свою неправду. А если справедливо, так ты послушай, есть там правда или нет. А если нет, тебе это вообще никак не колышет. Вот. Почему меня-то задевало, когда там обо мне не потому что обо мне, и как говорят, да ты послушай, да никакие слова употребляли. Ничего конкретно сказать не могли. Еретик, лысый, ржет. Вот все осуждали, что это что, грехи? Конечно, нет. Меня тыкали за грехи. Нет, ни в одном грехе меня улечить не могли. Просто оскорбляли. Бесноватый, бес в нем, и что только не говорили. Я уж это просто в сердце не держу так по памяти. Ну, естественно, самое, что они любят собирать. Вот. И что я кончу плохо, и в аду буду гореть. У них все об одном. Вот. Это же они говорю не абстрактно говорят. И не обучение моем. Что бы я там ни говорил. Имею полное право обладаю свободой. Вот. И тогда я, конечно же, пересмотрел все это. Канал я потихоньку превратил, даже беседы, кто помнит. Мы в основном стали только а, читать Писание. А, с некоторыми еще. Я сам сначала ушел на контакт. Потом я все дальше, дальше, дальше. Когда я перебрал всех религиозников. Э... Понял, что это мне не надо. Стал по свободным, потому что сейчас все-таки появляются так называемые свободные во Христе. Ну и это ни к чему хорошему не привело. Все то же самое. Созваниваешься первый раз. Ой, готовы тебе расцеловать, брат, брат, что-нибудь о тебе посмотрят, какой-нибудь твой ролик очередной. Ему что-то не понравится, что с ним не согласны, и все. И чуть ли не удали мое видео, закрой все. Я думаю, зачем тогда все это надо? а порой вообще из чужих слухов потом от тебя отрекается и говорю даже с тобой как как они любят цитировать и не есть с ним вместе да естественно в том числе подразумевается хлеб духовный поэтому то есть вообще прекратить всякое общение и я понял что все это ерунда и то же самое было в группах вот я собирал там в, в, в WhatsApp, в Телеграме, потом мы сейчас общаемся. Ну и до сих пор есть эти группы, и мы общаемся. И я, конечно, кое-кто-то остался, и я очень люблю этих людей. Действительно, мы очень единодушны, единомысленны. Вот. Но опять же, общаемся мы в простоте. Хотя я вам могу сказать, что я тоже вот, вот с ними, с кем я в группе, там мы общались, Тогда я стал приглашать, они стали ко мне тянуться. Я могу сказать, что там есть за мной грешки, да. Меня могло заносить на действительно навязывание каких-то своих мыслей в узком уже кругу, да. Вот. Может быть, там что-то и было такое. Какие-то вот такие, знаете, как в семье уже, когда вот вы на одной кухне кружитесь, и тут может быть всякое. И когда вы живете оба, а мы хоть и в тысячах километров друг от друга, мы просыпались, можно сказать, вместе в этой группе и ложились. Вот. И там и читали, и Писание тоже, все прочитали Новый Завет, все абсолютно. Э, не новый, по-моему, за это а Евангелие. Четыре Евангелия, по-моему, прочитали все. Вот. То есть одни других слушали, мы друг друга узнавали. А через Евангелие лучше всего можно узнать, как человек мыслит. Вот. То есть действительно, и прошло время, я говорю, кто-то там откалывался все время, кто-то туда-сюда бегал. В концовке есть у меня, конечно, люди, с кем я до сих пор общаюсь, я их очень люблю, им очень дорожу, как единомысленными и, 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 и единосердечными. Да? И хотя далеко там тоже не все, в этой группе, есть те, кто всегда со мной тоже в индивидуальном порядке все равно поддерживает. Я знаю, эти люди ко мне тепло, хорошо относятся. Мы либо там просто вот так же знакомились по скайпу. Э -э тоже они всегда участвовали в бедах во всех, я знаю. Вот. Ну, как-то, может быть, не складывается. Может, я не знаю, почему люди не, име не идут там на личный какой-то контакт. вот, Ну, вы знаете, что я всех вас, кто хоть не... Как-то я вас чем-то позиционирую, хоть с аватаркой какой-то в комментарии. Если вы действительно ко мне всегда были с теплом, я всех вас помню. Вы все у меня всегда в сердце. Вот. И кто был, о ком я действительно все равно жалею, что отваливались из-за вот своих сект или из-за еще, еще чего-то. Вот. Почему они не людей в этой секте выбирали? Мы же не за одной секты, что я вот ушел, они остались, знаете, как бывает, да? Нет, мы-то общались ром по интернету. А вот именно наезд там на протестантизм, на православие, ортодоксию, на католицизм и на любую эту сектантку, там сектантскую ячейку, они именно вот между этим Хотя я критиковал не в частности их, а их не учение. Вот. И вот это все опытом, конечно, я прошел, и кое-что у меня и дальше может будет меняться. Но на сегодня вот я такой, какой я есть. Сейчас я что в частном порядке, я все равно не так много вот с тех пор, как я отдохнул, и сейчас уже, по сути, три месяца, опять вот лет пролетело, как фанера над Парижем ровно получается 1 числа там 2 где-то 3 я начал сегодня 2 -й, 3 -й, ну 3 месяца лета я все хоть я и путешествовал немножко вы эти ролики все видели но я все время писал я и в сочи там по несколько роликов в день писал изучал все на море ходил там полежишь немножко да и опять идешь покупаешься тоже старался трудиться там этими делами заниматься духовными вот и вот три месяца прошло, я, конечно, мало с кем, не считаю вот с тем, с кем у меня близко общение где-то там в Телеграме мы с... общаемся. А так, конечно, мне и на скайп звонили, я иногда, я либо знаю этих людей, не хочу брать, либо я даже не знаю. Конечно, это не как раньше, но ну, раньше я сам шел на контакт, я и призывал людей, да, в каждом ролике. Я люблю людей очень, да, я люблю общение на самом деле. И меня тянуло, и тогда я сам это, как бы, инициировал, да, провоцировал. Вот. Сейчас я этого не делаю, как вы видите, я редко призываю кого-то там писать мне в комментарии, да, то, что я вот там зачитываю, и то уж сколько я тоже сказал, и, и, сейчас вообще спокойно. Я говорю, тогда вы помните все мои эксперименты, как я там банил, не банил, как делал амнистии. Вот. Это все вот эти познания и маленькие рычаги именно в бытовой жизни, как себе, это я бытовой называю по сути жизни, как себя вести, а, как бы они тебя развивают, они что-то в тебе формируют, и именно дела, да, понятно, что мы все понимаем, что вся суть-то в любви, а как ее проявлять, как себя не сломать тоже, ведь ты должен быть счастливым, а как ты будешь счастливым, когда тебя вечно долбит, вот, Поэтому с тем же самым каналом, я уже всем сказал, я нещадно баню, даже себе голову не забиваю, потому что я у себя дома, я сказал, я не хочу этого не слышать, не видеть, зачем мне это надо. Причем с новыми там подписчиками или еще кем-то, каким-то зрителем или откуда-то на меня вышедшим человеком, все равно через раз хват... кто-то там новенький появляется, начинает тебя там, там поносить, кости тебя там перемывать. Вот, то есть этого и так всегда хватает. А зачем мне с теми, у кого вообще то ли с головой там не все в порядке, реально, по природе, да? Зачем я буду там каждый раз все это сидеть там, перечитывать? Вот. И я, естественно, на канале спокойно баню. В принципе, я говорю, даже вот телефон сейчас люди, как и я, не скрывают номер, даже свой древний номер старый, которым все там пользуются. сейчас везде можно в черные книги заносить. Действительно, все это очень просто и легко, да? Вот. В соцсетях то же самое, то есть пишет и я хоть и говорил, я стараюсь не добавлять людей, если у них ни одной даже личной фотографии нет. Ну что, я вот смотрю, человек просится в друзья. Я перехожу на его страницу, и я вообще ничего понять не могу. Какие-то картинки, там, какая-нибудь аватарка животного, какие-то картинки непонятные, какие-то тексты, что-то, порой вообще нерелигиозное. То есть люди, люди прятятся, люди себя тем же самым христианами публично не исповедуют. Или даже если у тебя это и христианство не исповедуешь, но ты хотя бы у тебя это нормальная страница в соцсетях. Ты хоть человек, кто-то есть, покажись. Вот. Она тогда вообще тебе для чего? Какие-нибудь фильмы там только смотреть? Ну, не знаю, добавься с другой. я хочу что-то о тебе узнать. Зачем тогда вообще добавляться в друзья, в соцсети, в которые ты под аватаркой обезьяны для просмотра, там, может быть, для поглощания как это сейчас говорится, для поглощения контента какого-то. Неважно, видео, музыки, текстов, файлов. Да, неважно, для чего ты. А если ты хочешь общаться все-таки, то уж я не знаю. Наверное, для любого человека нормальность. Там его человеческая фотография. Желательно не одна. Вряд ли у человека одна фотография за всю жизнь. Потому что хочется все-таки видеть с кем-то Какой смысл тогда общения? Я просто не понимаю. И, и можно ли это вообще назвать общением? Вот. И тоже что И добавился, и ничего. И не напишет ничего. И, ну я, что тебе буду писать? Я тебя знать не знаю. Ты меня, может быть, смотришь, какие-то вопросы есть. Ну или просто добавить, это ничего не значит. Хоть привет напиши, я там, да, расскажи, говорю, о себе, если ты хочешь подружиться. Вот мы в соцсетях это слово уже, конечно, обесценили. Пусть это виртуальный, но все-таки друзья написано, да. Друзья это, это даже не знакомые, понимаете. Были бы там знакомые хотя бы отдельно, я не знаю. Вот. А так, а какие друзья-то? я ничего тебя не знаю, я говорю, на соцсети у тебя ничего нет, ни фотографии, ни информации тех, кто ты есть, мужчина, женщина, хоть сколько тебе лет, где ты вообще живешь, обитаешь, как с тобой обратно связаться, помимо ответного сообщения. Вот. И я поэтому, конечно, все равно не так много общаюсь. И то же самое по, вот так назовем ее, не письменную, а аудиосвязь. Ну, аудио-видео можно совместить онлайн там. сейчас я звук выключу так он будет и со всеми по-разному я говорю многие знают меня только с мягкой стороны в основном если люди сами по себе хорошие добрые естественно я с ними тоже очень просто и легко общаюсь но со многими кто мне звонил вы знаете они наверное, разочаровывались они говорят, вот и не такой я уже просто во первых я много чувствую духом духом, я не то, что там какой-то всевышний пророческий там вижу, я не об этом. Вы сами понимаете, что такое опыт. Ты по, по первым словам плюс даже уже узнаешь человека. Если мне звонит, начинает, слушай, я там хотел вот в Слове Божье там тебе донести кое-что, я уже все, я уже за километр знаю, что за дух идет ко мне. Ведь Слово Божье нам дано для назидания, для обличения. Я все, я как это слышу, Слово Божье обличение, я уже знаю, с чем ко мне пришел человек, что бы он там уже не плел. Я, естественно, сразу включаю уже защиту. Уже раньше я пытался что-то там как-то смягчить, сейчас нет. Я сразу начинаю резко говорить с человеком, что для меня Библия – это не Слово Божье, что обличать я тебя не приглашал. Хотя он еще не сказал, что он меня. Но он уже сказал эту фразу, и я понимаю, к чему он сейчас поведет. Я уже просто вот, и говорю, опыт есть, я это просто вижу. Я не, кстати, я пока особо что-то не помню, что я промахивался. Обычно потом так и оказывалось. Вот. А вот раньше я не тоже промахивался. Я думал, что это можно что-то изменить, там, переменить. Нет. И сейчас, кстати, я с этим идет я в текстах то же самое. Теперь, когда мне задают вопросы, я говорю, я выработал для себя такую маленькую формулу. Я как Иисус проверяю и говорю, а ты-то что думаешь, что он задает этот вопрос? Я спрашиваю, не важно, что он ответит. А вы знаете, у него вопрос становится соврать. Если он ответит, как он думает, вот он, допустим, православный, а я же не знаю, кто он, он ответ... а я знаю все, и православие, и протестантизм. Я сразу увижу, мне не надо спрашивать, кто он. Он пусть ответит на свои вопросы. Как говорит, скажи мне, как тебя зовут, я скажу, кто то да? Или как там пословица там? Или что-то думаешь там о, о чем-то, да. Ну, и как древние говорили, заговори со мной, я познаю тебя, да. И поэтому я обычно, когда мне задают вопрос, я говорю, ну а ты что думаешь? Сначала. Ты мне напиши свою мысль, и как и спроси меня. Я вот тебе такие вопросы воспринимаю. У тебя же есть свое, ты сам-то думаешь о чем-то. Вы знаете, этому я научился, в принципе, еще в древности. Кто знает, был известный философ Сократ. Вот он учил. Это я еще знаю до христианства, я помню, мне это нравилось. Я уже тогда философию почитывал. Это обучение вопросами. Это самое лучшее учение в жизни. Вот. Потому что все любят просто, знаете, не напрягать, задать вопрос, получить ответ. А ты сам-то подумай. Мозги-то напряги, а они поднакачаются. Вот. И поэтому я спрашиваю, ну а ты-то что думаешь? Я сразу знаю, кто это за человек, что это, хотя бы что-то. Если он не хочет сам, потому что я же переключаю, я беру в свою власть, в свои руки власть уже вести, я вожжи беру, это беседить, потому что я спрашиваю с него. Потому что слово «спросить», если по-доброму, это, конечно, мягко звучит. А если ты с плохим духом пришел, ты же спрашиваешь с него. Ну-ка, ответь мне. А ко мне именно так приходит. И благодаря вот тому, что они сами сначала дают ответ. Во-первых, это их, если это действительно человек с духом, с плохим пришел, с нечистым ко мне, это сразу его охлаждает немножко. Вот, и мне помогает. Вот, поэтому разное у меня уже было. И, и вот эти вот беседы, я говорю, сейчас вы вот сегодня, ну, момент записи этого ролика, не знаю, сегодня я его выложу или завтра вы его увидите. Вы уже должны были видеть вот ролик, кто подпишется, кто посмотрит. Ну, я в социальных сетях дублирую, вот поэтому, кто там-то видел, вот мне там тоже звонили. Есть Саша, с которым мы так давно общаемся с Украиной. Вот он там тоже в эту секту в то ходит. Я с этим тоже, мне уже с этим пастырем сводили раз тогда, я помню, ничего хорошего. Вот Саша опять попросил, опять ты там. Ну и в эту беседу можете послушать. Вот что из нее хорошего? Ничего. Зачем они вообще нужны? Мне ничего не нужно. Я реально... Что там не говорят мне? Мне все равно, что вы обо мне думаете, как Павел говорил в этом плане. Обо мне, мне главное, что обо мне думает Бог. И это, как бы это ни звучало, я говорю, тогда пусть это у Павла грубо прозвучит. А вспомните, Иисус, он сильно переживал, что кто там о нем что подумает. Сами тогда, которые присланы были от фарисеев, но они такими же были книжки. Вы помните, что они Иисус сказали? Мы знаем, ты учишь истину справедливо, не смотришь ни на какое лицо и никому не угождаешь. Вот и вы знаете, я к этому уже сто процентов пришел. Я сам такой человек, в принципе, по жизни был всегда. Ну, вот этому я же тоже разные учения эти читал, православные. Может, где-то меня это коснулось закваска. Вот, надо голову склонить, послушаться там что-то, попытаться там что-то, врагу там ноги умыть. Иисус не врагам ноги умывал, умывал ученикам. Враги все равно не дадут тебе ничего этого сделать. Ты им просто противен. Я вот и в Евангелии, я очень многому этому учусь. Вот, потому что я верю, что Иисус – это Бог, пришедшего во плоти. Да, Он Бог, Он любит всех этих людей. Я верю, что все мы со временем покаемся, все мы станем добрыми, светлыми, друг друга радующие видеть. Да? Вот. Я, кстати, не забыл о вопросе Елены, я отвечу на него еще. Вот. Потому что, ну, она задала про Моисея, я, может быть, даже уже ответил на него, потому что я сказал, что я бы и здесь никакая разница, ему то же самое сказал бы. Вот, как я вот, послушайте мои беседы, мне не важно, кто передо мной пастор, какого он там. Я перед патриархом никогда, я ни перед одним митрополитом не расплывался по асфальту, мне было вообще без разницы, кто он в этом плане. Это люди из них сделали каких-то башков мини и давай многие ноги целовать, думая, что они за это войдут в Царство Небесное. А я, я вам рассказывал, как я в семинаре поступал. Я спокойно общался со всей комиссией, с митрополитом. И я ему прямо отвечал при всех. Спокойно противоречил им. Я говорю, у вас написано, что на заочные можно поступить. Я сдал на все пятерки. В чем проблема? Почему вы не отказывайте. Только потому что сами зовете научный, я не хочу, объясняя, в принципе, как мне кажется, здравые причины. То, что у меня нехорошо со здоровьем, то, что мне за 30 лет тут молодняк. И действительно, если вы там готовите только попов, у вас только -то, э, цех по штампованию менеджеров ваших, то, конечно, я тогда не он. Ну, вы же вроде так не утверждаете. Чего плохого, что я буду на заочном учиться? Mm -hmm. Я никому не помешаю. Там даже надо было копеечку платить. Ну, это нормально, я считаю трудящийся достоин пропитания, там, по-моему, три тысячи, что ли, надо было за сессию отдать, за вал, но это копейки, там, на всю, на, на какие-то мелочи, действительно, по-божески, так скажем, я не против этого. Вот. И я спокойно общался, для меня нету никакого вот этого человека божества кому-то там, для меня действительно человек божий, это добрый человек, вот Бог передо мной, который готов сердце человеку отдать. Да, перед врагом руки, как Иисус, распростереть. Вот это для меня Бог. А это все, что он от что на нем митро, куколь, или что у него палка в руках, или посох, как их там называют. Что мне? Это что, его святей, что ли, делает? Да нет. Почему я с ним должен общаться как-то не так? Вот. И поэтому прошел я все это. Я говорю, и вы знаете я говорю, тогда мир мой нарушился, потому что, я говорю, действительно проповедуешь о любви. Мне каждый раз этим тыкали, что ты проповедуешь, и я вот кому-то не угодил, а я не могу всем угодить. Во-первых, я тупо не могу, от меня кто что только не требовал. Я говорю, одному не нравится, как я улыбаюсь, как я ухмыляюсь, как я двигаюсь, какая у меня, я говорю, волосы на голове или на бороде, как я одеваюсь. Кому что только не нравится, что я проповедую, да. что я делаю, что я кому сделал, а что не сделал я уже стал, я, у меня уже начала внутренний действительно, ты начинаешь с ума сходить, психом становишься, думаешь, ну а как всем-то уходить, этому это не нравится. Одному не нравится, что ты лысый, другому, что волосатый, мне что сделать? Ролик один для всех, мне что сделать? Плюс есть я сам, который, дум, который верит и исповедует, и проповедует, что без разницы, какие у тебя волосы на голове или еще, что надо, в принципе, есть время радоваться и смеяться, есть время и плакать и горевать. Всему свое время, это да. Если я не попал под твое время, даже, опять же, это вообще не показатель. Вот и мы не совпали, почему я должен под твое время? Если ты на другом конце сидишь, плачешь по каким-то своим причинам, а у меня радость, и я откуда знаю это? И почему я должен вообще под тебя в этом плане подстраиваться? Мы все время от кого-то что-то требуем. Вот. Про те же самые нужды, вот. и неблагодарности, и требования сверх того, что у меня нет, у мне нечего дать, и начинает уже, о, да ты не такой, причем давал все, что было, потом у меня просто нету, и мне уже в это в претензию ставят. Вот. И, конечно, я тогда говорю, никто же не, не видит моей этой жизни-то за кадром этого общения. Его стало очень много тогда. Я вообще не слазил с компьютера и со скайпа. Вот. И После вот этого года я, конечно, переменился. Сейчас я принял ту позицию, которая, в принципе, вы знаете, многое в жизни вот и у христианина у нормального, который идет таким правильным путем, не уклоняясь ни налево, ни направо. Вот то, что религиозники очень часто любят употреблять как мир, там или мирское, вы знаете, они ошибаются. Много я понял, что было как раз у меня в миру тоже было нормального. А как раз вот то, что они, это ненормально. Я начал совершенствовать те вещи просто, вот и все. Я буду, конечно, для вас записывать ролики вот такие в простоте слова. Есть мне что сказать. Вы знаете, мы недооцениваем, вот опять же, не твори зла. Я все думал, ну правда, я на правильном пути или нет. Я стал терзаться тем, что я чего-то не сделал, а это неправильно. Ты не можешь сделать все. Иоанн Креститель не накормил всех голодных мира. Он вообще не работал, он никого не кормил, действительно, он проповедовал. Все. Сам ходя во властеницы. Сам ел э, колючки эти, там, что он там ел-то, и мед этот. Все. Он не все добродетели мира исполнил. Но он действительно был велик. И действительно, человек никакого зла не сделал. Но, с другой стороны, вы помните его речи, он тоже говорил по рождению ехидное. Как вы думаете, убежать от осуждения в гиены? Я до сих пор у них учусь. И все вот эти осуждения, вы знаете, действительно, сколько мудрых фраз, вы знаете, я сейчас в соцсетях такую заимел привычку, выпускаю, ну, как это называется, посты, ну, там, мое это с канал, ну, моя фотография, и я какие-нибудь эти фразы глубокие тоже великих людей вставляю, или они просто крылатые, там, некого автора-то и сказать. Я говорю, я, я, я любил философию, я читал много всяких вот этих вещей, и вот мудрецы это говорили, я же забыл про какую тему ты я хотел сказать. -то. А, учитель не тот, у кого, кто тебя учит, а тот, у кого учишься ты. Я ни, ни кем, когда, ой, да ты, вот, все вот вечно, люб, кто только начинает проповедовать. Чуть выше кого-то в чем-то разбирается, действительно, он учит от того, что он знает, от избытка сердца начинает говорить уста, все, это гордыня не все становитесь учителями. Да я и не становился над вами учителями. Я, если для тебя не учитель, я и не претендую. Я тебя не посадил в класс, за парту не взял, как это там называется, хворостина, чтобы тебя за негодный, негодника, за непослушание там по заднице или по рукам линейка хлестать, что ты там не слушаешь меня. Разве так? Я говорю в свободе. Если для тебя я, как Павел говорил, не апостол и не учитель, то для других я такой. Мне есть что сказать. Я живу этой жизнью, мне есть что сказать. Мне есть чем поделиться. Тебе не нравится, пожалуйста, иди мимо. Где тебя Иисус учил докапываться до всех? В Царство Божие палка не входит, и палка никого не загоняет. Вот. Ну, это что по поводу, вот я хотел сказать, такой э, жизни реальной и своим сердцем поделиться наготой. Я очень часто это делаю. Кто ко мне, конечно, с открытым сердцем, с душой, с любовью, ну, я таких никогда, кто меня знает, я, я сам-то раньше вот открываюсь наперед, вот. Ну, кто просто я говорю, сначала я думал, что слово христианин, знаешь, если ты сказал, что ты христианин, я этому человеку вообще сразу верил, как святому. Вот. Потом я понял, что это не так. Ты ему открываешь, и он это же, это же тебе потом на голову испачка в говне вываливает, хотя ты ему просто свое сердце открыл. В чем-то и я, конечно, стал поосторожнее с этим. Вот и все. Я точно так же всегда приму. Человек, если раскается, попросит прощения, скажет, слушай, что-то я вчера это, там, да, или вот первый раз познакомился, но я вот так себя повел. Не то, что нас Бог учил прощать. Да и мы все люди на земле, братья и сестры, должны когда-нибудь прийти в это сознание Небесного Царства. Я, конечно, всегда приму. Вы знаете, враг всегда становится еще лучшим другом, чем друг, не испытанный нигде. Вот. Это же, по сути, люди горячие, вот, как мне так писали. Да я от этого в комментариях иногда, да я с этого не спорю. Вот. Но я говорю, ну это когда он дойдет до него, а почему я должен все, 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 помои от него терпеть? У меня тоже есть, как у нас в теле есть, точно так же вот физическая нагрузка. Как бы я не хотел, вы знаете, положив себе 100-килограммовую штангу, вряд ли я далеко уйду. Если я так, вы видели, могу по 20 километров спокойненько прогуляться, то со 100 килограммов штанга далеко уйдешь? Нет. Вы знаете, с утра ты открываешь YouTube, ты думаешь, если ты вот такое читаешь, вы попробуйте, почитайте. Вы все прекрасно знаете, как вам портит настроение в маршрутке, элементарно толкнув вас, еще и обругав, да, на работе с утра вместо там теплого чая тебе какую-нибудь там заразу скажут. Вы что, это не знаете? Вы все знаете. А чем я отличаюсь от вас? Я что не человек. Я читаю с утра какие-нибудь гадкие комментарии в мою сторону, в мою личную сторону. Вы думаете, у меня а, проявляется желание проповедовать? Пф, никакого. Мне хочется вообще выключить обратно этот компьютер и разобросить вообще это все. Вот и все. Что он мне дал этот комментарий? Там человек обычно, я вам зачитывал их. Там редкая здравая критика. Ты просто дурак. На этом все. Вот. Бесноватый. Сидишь у сатаны на коленках. Сатана тебя любит. Ты его любимый сынок. Вот что, 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 что они пишут. Как, какая радость, это читать никакой. Я имею в виду. Не радость, а на самом деле. Что свое сердце обманывать? Что делать? Видишь, что мне что, приятно, что ли, это не. Людям приятно добро. Это факт. Вот. Мы, конечно, через любовь к врагу мы учимся, и прежде всего эта любовь к врагу особенно проявляется вне творения ему зла. Вот. Это, и это, кстати, очень высоко. Это полдела, вот действительно. Как минимум. Потому что порой это и сто процентов дело, потому что благо тебя человек все равно никакого не примет. И ты ничего ему все равно не сделаешь. Вот. Так что по поводу реального общения, я уже много раз, да, в принципе, говорил, я всем всегда на самом деле рад. Я говорю, если вы в каких-то соцсетях присутствуете, если у вас нормальная страничка, я вообще всегда добавлю. Неважно, может на данный момент еще какой у себя там конфессии перечисляете, я хоть и просматриваю страницу, это не значит, что если я увижу православный, там я не добавлю. Ко мне до сих пор стучаться и вот именно и у них все это написано и какие-то ролики есть там на стене нет и всяк постучался и меня слышит значит он что-то хочет и я ну, мне хочется тоже посмотреть да вот поэтому так так-то я всегда буду рад и <coughs> я говорю просто видеть вас в принципе даже и в списке друзей ну конечно элементарное привет знакомство лишнее не будет люблю я свидетельство послушать и о приходе к Иисусу к вере что вы, как то у вас произошло. Всегда это какой-то опыт, опыт общения, выхода из секты или наоборот в нее попадание сейчас или еще что-то. Вот поэтому я так-то я с радостью общаюсь. Говорю, захотите, пожалуйста, канал я просто на другой перенес. Вот. С той целью, во-первых, все это, честно, может просто закончиться, потому что могут и авторские права, там и жалобы. Я говорю, плюс это моя почта, и я просто с этого канала все как-то убрал а на другой канал перенес вот я говорю если захотите для назидания для чего-то там пожалуйста я мы можем и под запись это сделать и выложить потом нет можем просто общаться у меня нет какой-то дурости такой знаешь все ты мне позвонил я записываю выкладываю мне такого зачем мне это надо как хотите писание мы читали вот на беседах и тоже знаете я как-то выглядело это как будто мне кто-то отчитывается да девчата ребята с удовольствием читали как-то ну такое ощущение что они это делали как-то я не знаю в общем честно мне этот формат не очень прошло время я вот подумал если вы уже растете хотите свой вот допустим канал открыть почитать или еще что-то пожалуйста и уже тогда мы можем как-то общаться знаете действительно в духе того что ты мне звонишь и что-то спрашиваешь Технически, мы даже технический ролик можем под запись сделать, что я что-то показываю. Другим это будет на пользу. Ты учишься видео монтировать или еще что-то. Что, что я тебе показываю, я могу на запись поставил, вон, захват экрана записал, это выложили. Вы же знаете, у меня есть плейлист «Помощь проповеднику», ну, как я его там, помните, назвал для создание youtube канала я там делился вот и нашел такой микрофон и вот видеокамера там еще что то, то есть, у меня есть опыт я могу я им с радостью поделюсь абсолютно бесплатно и действительно с горячностью сердца потому что мне хочется чтобы это все если я к этому хочется я могу может дело любви просто я могу ему чем-то быть полезен да я с радостью помогу вот и поэтому что по техническому, Что ты мне хочешь, у какое-то место непонятно или еще, да? Потому что у меня, в принципе, по писанию, опять же, но все-таки ты человек, что меня спрашивает? Вы знаете, у меня есть записи. Я, естественно, в первую очередь к ним буду отсылать. Ты посмотри сначала. Еще остался вопрос. Я, конечно, там не могу все охватить. И у тебя есть еще один? Это хорошо. Почему я люблю, когда меня тоже пытают? Я никаких вопросов не боюсь. Если я не могу на нее ответить, я сам не понимаю вот и любой вопрос я не боюсь никаких самых каверзных вопросов по писанию или по жизни или еще что-то вот и поэтому такой формат тоже мне бы был близок вы хотите что-то свое да ну или просто а так читать как будто тогда выглядело как будто для меня как-то делает и немножко не не очень по духу еще, потому что я плюс сам пишусь, какая мне разница, да, там я, получается, как бы, как-то и время тянем, не всегда это хорошая запись, потому что тот, кто звонит, не всегда у них хорошее оборудование, тут сам -то сколько сил на это все тратишь, пытаешься все время, что ты -то, тоже, все это зависит от переездов, еще от чего-то, вот. Поэтому соцсети, скайп, пожалуйста, реальная жизнь, телефоны, все, я всем всегда открыт. Но я говорю, я сразу предупреждаю. Если вы ко мне со злым духом, с духом обличения, судейства, не просто поговорить, вот ты хочешь, чтобы я тебя услышал, да, и у тебя нет роликов, но ты хочешь услышать, чтобы я послушал твое понимание учения Иисуса, апостола Павла, истины и ты действительно это способен в духе спокойно с миром говорить, да? Вот, и то, если ты хочешь я долго слушал, тогда все-таки запиши это. Сейчас ничего не надо, вот. Вот, у кого его нет, телефон записал, не надо ютуба, сбрасываешь мне напрямую в мессенджер или еще куда-нибудь, там, ватсап, Telegram, контакт, как хочешь. Вот, и я тогда посмотрю, ты спокойно выскажешься, выложишься, вот. Особенно если ты не в личку сбрасываешь, там ты можешь спокойно говорить, вот ты вот так говоришь, ты вот так вот, а я вот так вот думаю, а почему ты вот так говоришь, да? Вот. Можно все это только в духе любви. Но ну, вы прекрасно видели мои ролики, я специально их публично выкладывал, да люди были не против, и вот последний из этой же серии, когда люди просто прессуют. Понимаете? Даже выводы, он же де... я -то себе не позволяю делать выводы о нем, а он обо мне делает. Ты еретик, ты уклоняешься в истины. Э... Духом заблуждения других ведешь в ад. Он ты меня судит. Вы поймите, человек выносит обо мне вердикты. Я его не сужу. Я говорю, да, я спокойно в духе могу говорить любви, что да, я вот в это не исповедую. Что? Ты вот так говоришь, я не так. А я говорю, даже наоборот. А кто ты такой? у тебя какие-то особые полномочия. Ну, ты, может, ты даже пастырь, проповедник, может, поп, кардинал, может, патриарх. Ну, что, ну, ты так веришь, ты так говоришь, у тебя тоже огромная аудитория или маленькая. Ну, говори на здоровье, мы с тобой пообщались и все. Да, мы не будем вместе, но мы не будем друг другу глотки грызть. Мы поздороваться можем на улице или в интернете. А люди, которые вот это вот все понахватались, а ты еретики с тобой не буду общаться, А ты будешь в аду. Да если я сейчас всех буду, кто в интернете перебирать, меня на кого -то только не толкали. И вы слышали всегда, я ни о ком никогда не говорил. Вот даже о Сереге сегодня я говорю о его канале. Причем его уже нет, он нас, я говорю, может только на небесах слышать. Вот. Но я ему, и кстати, я же ему это в лицо тогда говорил и писал. Я ему сказал, Серег, твой канал превратился просто в бабьи сплетни. Я говорю, вы всем перемываете кости. Это наш там последний разговор был, его никто не знает. И все. И потом я больше никогда не высказывался. Это мы с ними то лично. Я им просто писал, что за фигня. Это что, любовь, что ли, такая? Со мной, говоришь, одно, я уже вижу ролик выходит, ты с другим мне кости перемываешь публично. Я говорю, что то вообще какой-то бред. Вот. Вот я к чему. Потому что вопрос Лены был все-таки о высоком о небесном, да, о царстве небесном, где я там и Моисей встретимся. Но ведь там будет не только я и Моисей. И вы знаете, еще давным-давно вот тогда я говорил, что для меня... Я тогда, я почему я о Сереге сегодня вспомнил? Потому что это все началось и очень даже хорошо, да, именно с бесед, с живой людей, с церкви. Не просто вот я там стал устно проповедовать в эти, а именно началось Первый-то самый ролик был даже не мой какой-то, выступление, да, там запись, я решил перед камерой записать. Нет, я ему тогда позвонил. Мне несколько раз еще давали на него ссылки, но я как-то не звонил. Я говорю, я много лет ни с кем не общался. Ну, кто знает мою историю, почему. Вот сам познавал вот именно истину и, и познавал ее молча. И тогда, когда я ему позвонил, он же эту первую запись записал. Он же все записано, такой формат был. И с этого началось. Он, естественно, выложил у себя. Я решил выложить у себя ее. И пошло-поехало. И вот вы знаете, когда вот это все как раз началось, я тогда, когда началось именно вот эти потом распри, когда я вижу, что никакой от этого пользы нет, что мы вообще не любим друг друга. И что у того же самого Сереги он мне сам сказал, я вам его сейчас слова передаю: «Дима, у меня нет друзей. Ты говорит, думаешь, вот это все видишь, у меня нет ни одного друга, я один. И я ему потом Сереге сказал: «Се, это мы так общались, когда еще мы в духе любви несколько. Времени некоторые общались. А потом я сказал: слушай, Серега, а может я их поэтому нет, вот когда наш последний разговор? Ты думаешь, что вот такое а, 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 он же фанател по обличению да? Я говорю, сейчас я о нем говорю только потому, что он умер. И не потому, что я считаю, что он в аду. А только говорит, а мертвых хорошо или плохо? Нет. Это, кстати, моя личная с ним история. И я поэтому вам только ее рассказываю. Я не сужу его в отношении с другими. Это касается лично меня, именно поэтому я сейчас хочу поговорить. Я говорю, потому что его уже нету. Я много лет, как вы вот именно знаете, себе этого не позволял. Хочу просто рассказать об этом. Вот и все. А Серега, я надеюсь, что он там, кого он так очень любил в этой жизни. И вот сейчас мы вернемся к тому, что я к чему сейчас и веду-то. И я тогда... И ему, и мы, по-моему, эту тему говорили. И потом я уже сам стал, ну, и с кем-то, может, еще. Ну, самое главное, что я с Богом стал об этом говорить. Я говорю: Господи, если мы здесь терпеть не можем. Мы все тебя любим. Вот заметьте. Я тогда почему стал и с Серегой, и с другими. И вот эта вообще тема сектанства стала там же остро сюда она стояла. И я стал задуматься, слушай, ну вот православные, католики. Вы знаете, это апостол Павла послание, все очень любил Коринфянам. Как оно начинается? Я Павлов, я Киф, я полз В первые четыре главы он именно этим разделением и посвящает. И я тогда увидел во всех этих сектах именно вот этих Павлов, Аполлосов и Кифовых. И не в том, что люди по-разному думают. Он, ведь он именно там говорит, что разномыслия должны быть, разногласия. Не надо вслух все это, голос, не надо все это предавать книгам, писаниям. Кто-то этому следует, кто-то нет. И вот они разделяются на эти секты. Мы должны быть просто христианами. Просто в любви общаться. Один, одна есть заповедь, когда мы поймем любви, все остальное уйдет. А придумали много заповедей. Начиная даже от спасения трех шестерок, которые типа на лоб будут ставиться. И пошло-поехало. Люди из-за чего только вот не выясняют в религии. А одна заповедь есть любви. И, и вот именно я тогда стал Господу задавать вопросы. Как, как мы все рядом с тобой будем там? Если мы тебя все любим. И почему я так остро, кто помнит, именно там, в этом русле у меня с лета начинаются проповеди. Первое «О нагате сердца» и «Пошло-поехало». И я вот это все время вот с этим пальцем, с одним говорю, одна заповедь, одна, о любви к человеку. Почему так остро у меня стал этот вопрос? Так я понял, что толку-то любить Богу. Толку мы любим, как мы все с ним будем рядом. Как мы в эту горницу, вы помните, где сидели апостолы вместе... Сейчас я вам... У меня даже это -то есть. Вы же помните, когда они все вместе сидели и... Благодаря Луке мы знаем, что они именно там выясняли в очередной раз, кто из них больше, кто из них меньше. И что именно там Иисус не просто им на словах все это опять рассказал, что кто из вас там выше, будьте всем рабом и слугой, а что он еще берет, это все делом являет, умывает и многие, как последний раб и слуга. Вы же все это прекрасно помните. И я тогда стал вот именно к... об этом вопросе, с которого начала сегодня Елена, я много распространился вот, излил свое сердце. Я говорю, вот Серегу я не осуждаю, я надеюсь, что он там, и мы там встретимся, Иисус. Так как он раньше меня вошел, я думаю, у него уже есть ответы на все вопросы. У меня какие есть недоумения, нам Господь раскроет и всех нас примирит. Потому что перед Ним мы даже не как перед страхом, а склонимся как перед любовью. И уж зная Евангелие, я думаю, он нам ответит на все вопросы. И они все сердцем нашим примутся. Потому что он для нас действительно такой авторитет, хотя для меня он авторитет, потому что он истина. Не потому что он просто Иисус. И не потому что я его боюсь, что он будет меня судить. Он авторитет, так как он истин, он любовь. Но это будет потом. Когда и что непонятно. И как. Это я сейчас говорю вам, фантазирую уже. И вот я стал тогда очень остро размышлять, прям у меня камнем преткновения стало. Я стал думать, как, как, ну что такое, как мы общаемся. Я говорю, особенно когда чем дальше все это заходило, я говорю, православные, ортодоксы нет, протестанты нет, свободные во Христе. Последняя надежда была, я думал, это другие люди. Нет. И все. И тут я тогда задумался, что же такое, как нам быть. Как мы там будем, если мы здесь не можем? И вот тогда я понял вот этот принцип, что на самом деле действительно я утвердился уже абсолютно, что высшей любви к человеку и единственной заповеди в этой жизни ничего нет. Только она сможет примирить всех людей, только она. Ну, в отличие просто от тех, кто меня опять захочет улечить в каком-нибудь экуменизме, там, антибожестве, именно это хотят антихристы, и он потом сядет. Нет. Я не такой. Во-первых, этой любви можно научиться только на примере Иисуса. И не по глупой теории протестантов, которые зачем он приходил скупить нас кровью. Он пришел дать нам пример. Бог сколько бы ни говорил с небес, любить врагов, человек по своей природе бы никогда этого не сделал. Он сказал, да что ты там с небес мне рассказываешь? Ты сам-то можешь так любить врагов, ты меня учишь. А Иисус, чтобы действительно эту заповедь принести на небо, Он вместе с ней спустился, Он и есть эта заповедь, Он ее исполнил. Он любил врагов, любил ближних, дальних и своих, всех на свете. Вот, поэтому, когда мне там начинают тоже в чем-то таком уличать, нет, я именно буду всегда проповедовать Евангелие. Именно во Христе я увидел, что это можно, это можно любить врагов. Можно и нужно. И я увидел как. Это тоже очень важно. Вот именно. Это не значит все попускать, все там. Но это не патриотизм. Это не убийство на войне. Это не, не ответом зло на зло. Нет. Это где-то молчание. Где-то отход. Да? Господь сказал, вас будет бить, бегите. Вас не принимают, отрисите прах, уйдите. То есть этому учишься в Евангелии. Именно в Евангелии. Вот, поэтому, конечно же, и прекрасно мы знаем, что в конце времен, когда придет антихрист, религии-то все объединятся. Ну, что Павел говорил? Люди будут горды, сребролюбивы, человека ненавистны, не будет ни любви, ничего. Внешний мир, да, будет. Религиозный вопрос, может, подниматься больше не будет. Но никто рубля, как говорится, не подаст. Вот и все. Не посожалеет, не порадуется твоему счастью, не посочувствует твоему горю. Вот. Я проповедую совсем нет, Меня объединение религии вообще не интересует. Вот именно. Меня интересует их разрушение, а это будет их объединение. А вот если все поняли, что основная заповедь и смысл, и учение Иисуса, и Бога, пришедшего во плоти, вообще суть бытия – это любовь, и проявлять ее на земле можно только к человеку и всему видимому миру, животным, природе. Потому что во всем этом, видимо, присутствует невидимый Бог. И любить его можно только через любовь всего этого. Вот на этом я утвердился, укрепился и стою. Конечно, мне всему свое время, в три года ты не можешь что-то понять. Помните, как дети, они обижаются больше на что-то, да, его вот там. Конечно, уже в 5, в 7, в 10, 15, в 20, и другой. Я, да, как мне многие заметили, я подрос в я не скрываю. Я имею в виду, что мировоззрение мое не меняется. А вот то, что я в нем подрастаю, ну, как укрепляюсь, лучше бы слово, да, это действительно так. Потому что теперь я, конечно, я спокойно к этим словам, комментариям, беседам. Но никто не отменяет моей природы. Вот последняя беседа, вы ее посмотрите, на экране я спокойно как кремень. Вы знаете, как меня трясет, когда я вот так разговариваю? Вы знаете, как меня, сколько меня трясет внутри, когда адреналин выделяется? после таких бесед. Меня час где-то еще колбасит. От адреналина или что там выделяется, я не знаю. Меня именно трясет. У меня руки даже потрясываются. Я пошел после беседы кушать, у меня руки трясутся вот так. С виду это не видно, я абсолютно спокойные. Ну не так, они даже, может, не трясутся, а внутри-то меня трясет, как будто у меня давление скакануло. Когда давление -то скачет тоже, я-то знаю, несколько лет он было. Вот, что от этого хорошего? Ничего. От, от плоти тоже не уйдешь. Я говорю, это приносит только страдания. Чего от этого хорошего? О а душевно что мы поговорили? Мы потом с Сашей созва попозже созванивались еще. Я говорю, Саш, ну, ну что вот это вот? Ну зачем вот все это? Кому это надо? Какая польза опять? Вот. И я, конечно, ушел от этого. Ушел в том плане. Я вам говорю, хотите, кто-то мнит это, что это превозношение. Но это не так. Ну просто. Учителю, ну нечему учиться у первоклашки. ну нечему. Это взрослый человек, он вырос. Он прошел и бытовую жизнь, и ученическую. Ну, максимум, что как и то, это в нашей грешной жизни земной. Просто можно у детей поучиться простоте, добру. Не зря Господь говорил, что будьте как дети опять, да, в этом плане. Ну, а в другом там прекрасно понимаем. Ведь Павел потом, как будто эту фразу... Правильно трактую, говорит, не по уму-то будьте младенцами, а на злое. А по уму будьте как змеи мудрые и хитрыми, да? Вот. И я вот этому, конечно, научился, стал к этому спокойнее относиться. Я как-то утвердился, я вам показал, не зря я этот ролик записал. Это было именно голос сердца, вслух озвученный. Я именно понял, что. Человек думал, зачем вот это христианам. И я понял, что именно им это надо. Именно христианам, как погибшим, как Израилю, нужна проповедь вот это. И действительно я стал вот как-то сейчас еще более тверже и с радостью это вот делать. Почему? Я говорю, сам я никому перестал обращаться. Ну что мне? У меня нет вопросов по Писанию. Если они у меня есть, мне Бог их открывает в свое время. И то я бы с радостью задавал или общался. Ну, если бы я видел действительно человека свободного во Христе, и что я буду ему один вопрос задавать? Если бы это был человек, учитель открытый, вот именно в нашем времени, это уже нормальность, у него был YouTube-канал. Хотите, это критерий, действительно. Поэтому, а кому? Они все известны, вы сами все знаете, кто у нас на Ютубе. Кажется, что их много развелось, как говорят там. Да нет. Ну что, много? Что там у православных? Много проповедников. Ну да, кажется, каждый второй батюшка, что пацан там 20-летний, вчера его в руку положили. Ну есть, но это не так много. Это кажется только, потому что сейчас YouTube это концентрация информации, и у нас в сутках 24 часа. Но это не так много. У протестантов есть известные, есть немножко неизвестных, немного свободных, много нет. Раз их перебрали, ни с кем не получилось. Кто-то вот так же в себя уходит, кто-то бросает, у кого-то семья, кто-то куда-то вообще в другой уходит. На самом деле не так много, с кем бы можно было. Вот. Поэтому, когда меня там в этих вещах обвиняли Так и вот что по поводу Небесного Царства. То же самое. Я Елене, заканчиваю свой этот немаленький монолог. Что могу ответить? Я не знаю. Я у меня точно такой же вопрос. Ну, она его по-другому задала. Ну, мне кажется, она могла об этом и мыслить. И, в принципе, вопрос этот подразумевает, как мы там все это будем общаться. Вот. Ну, что есть Моисей на сегодняшний день в том мире, я знать не знаю. Он давно может уже якобох. Вот. Я вам говорил, я не отрицаю ни... Перерождение души в разные аватары в этом бытие не изменение перерождения человека в будущих мирах. Я ничего этого не отрицаю. Вот. Не факт, что человек живет одну жизнь, это неизвестно. Не, на этой земле не факт, что он потом не переживает какие-то жизни. Но сегодня я об этом не буду, иначе сейчас меня понесет отдельная тема. Я не еще буду рассказывать свои мысли, где-то подтвержденные чем-то, где-то просто. Откровение сердца, и каждый <laughs> имеет право принимать его или нет. Вот. Так что вот так вот. Я говорю, сейчас любую тему, куда меня не затрагивает, это другая тема уже. Ну, не да, не все близкие, но это понесет. Вот. Еще раз просто подытожу эту тему, что я не знаю. Вот именно, что я не знаю. И именно поэтому... Вернее, я знаю ответ, как это не должно быть. Вот мы должны во главу угла. Поставить, не Иисуса Христа. Потому что его, как Павел писал, нету больше с нами во плоти. Нельзя ему ничего сделать. Нельзя ему не умыть голову, помыть голову. Не помазать его тело, приготовить его к погребению. Не накормить его, не напоить его. Ничего больше нельзя сделать. Не одеть его. Ничего. Не Ни раны его а э, омыть. Ничего с ним нельзя. Это можно сделать только видимому миру. Людям, как высочайшим его представ... представителям. Хотите бесам, поэтому не надо всех вад даже бесов, посылать. Все покаются. Деница, высочайший ангел света, сын Зари, как сам его Господь назвал. Все они тоже когда-нибудь покаются. К, прир... к животным прежде всего, поэтому надо прекратить их убивать ради собственной похоти, жратвы там, меха или еще чего-нибудь подобного, шкурки, чучела – ну и какая бы ни была она ни живая, живая камни, все надо беречь, все абсолютно, природа, любовь. Вот как ты правишь свою любовь. Если мы этого главу угла после откровения Иисуса, который явился в плоти, нам это сказал, если мы это поймем, и поэтому начнем жить. Будем жить правильно. Вот это основная мысль. Поэтому, а как мы там по плоти с Иисусом будем в Царстве Небесном и все друг с дружком? Может, мы будем на таких же километрах все в Царстве Небесном? Ну, как и в миру-то живем, он, пожалуйста, я говорю, это сейчас нас может что-то объединить, этот скайп? Не было бы, я бы знать его не знал, и не ругались бы, и не общались бы. Как там будет, никто не знает. Но в идеале человек испытывает радость от любви. И чем ее больше людей, их, тем лучше. Поэтому вы, в теории это не по углам там прятаться в Царстве Небесном, а именно испытывать радость общения, наслаждение. Причем Господь сказал, что будем как ангелы на небесах. А значит, нам будет любое удовольствие доступно, безгреховное, да, и с каждым человеком. Я об этом как-то в своих роликах рассуждал, вы слышали. Поэтому мы должны вот к этой истине приходить, о которой я все время проповедую. Ну, на этом у меня сегодня все. Я говорю, тем-то у меня полно, которое вокруг да около ходит, потому что я говорю, даже из трех природ, любовь, свобода и бессмертие, нужна-то в проповедь только одна, по сути, любовь. Потому что свобода, хочет или нет, она у тебя есть. Бессмертие хочет или нет, она у тебя есть. Просто приняв это в своем сердце, эту истину, тебе будет легче и ту же самую любовь принять. Жить в любви к людям. А не принимая эти. Истина. Вы сами знаете, тогда и эта любовь не нужна. А, ешь, пей, веселись, завтра умрем. А после нас хоть потоп. А, я не свободен, я раб, Моисей за меня ответят. Святые старцы, я же их слушал. Что надо там Богу что-то ходить делать. Они мне ничего не говорили про любовь к людям. Я и делал, что Моисеев-то говорил. Нет. Вот если ты поймешь, что ты сам за все ответит, ты свободен, ты бессмертен, поэтому чем ты раньше начнешь свое бессмертие строить тем лучше. Тебе все равно рано или поздно придется начать. Чем раньше начнешь, тем раньше закончишь. Известная мудрость. Вот. Так что вот так вот. Поэтому будем продолжать проповедовать о любви. Но дела любви разные. Во многие обо мне, с кем я, может быть, встречался, расскажут что-то, что вот по ихнему явилось не моим делом любви. Кому-то я что-то не построил, кому-то я что-то не дал, кому-то я что-то не так ответил или не стал слушать всю его химию. Они считают, что я не исполняя то, что проповедую. Ну, мое сердце чистое. Я говорю, я могу за тех близких, с кем общаться, и то покаяться, что я, может быть, там где-то перегибал палку. С врагами я, я ввел себя, считаю, что я поступаю, ну, не знаю, в основном своей массе правильно. Или с людьми мне действительно мало знакомыми. Или как им кажется, что я почему-то, они мне знакомы. Хотя мы там, даже если мы два-три раза по скайпу звонили, все это не говорит, что мы там братья и сестры, образно говоря. Хоть я и так и называю в эфире. Нет. Мы не знакомы. Друг познается в беде. Мы еще, ты, вы для меня тоже ничего, образно говоря, там не сделали, да, чтобы меня к этому, к чему-то там призывать. Вот. Но я понял, судить ты должен сам себя. Это я понял еще давным-давно. Зная, что ты свободен, познав Евангелие, я понял, что ты сам себе судья. Вот. И говорят, того, что тебе просит очередной миллион к миллиончику ему сделать, это не любовь. Или уж это точно не не любовь, если ты этого не сделал. У нас есть дела и поважнее. Все, на этом все. До встречи в следующем ролике. Пока-пока. Помните, заповедь Иисуса, она одна. Завет мы заключили с ним только в одной заповеди. В любви друг к другу. Вот и все. Все, пока-пока. До новых встреч!